Попробуем установить и настроить Wireshark на Windows. Давайте залогинимся. Я буду устанавливать через приложение Gladly. Давайте, это пакетный менеджер. Я нажимаю Windows X. Вершил администратор. Echo минус Y install Wireshark. Y в конце было, да. Так, установили. Он установился. У нас есть. Мы его можем запустить. Значит, что он нам пишет? Он нам пишет, что у нас нету. Драйвера для захвата пакетов. Давайте его тоже установим. Для этого опять же напишем только стол winpickup. Минус Y это отвечать. Yes на все вопросы. Все установился. Wireshark. Вот у нас Ethernet драйвер. И что он видит, и соответственно с него мы можем снимать показания. Стопнем. И никаких показаний нету. Нет пакетов. Даже если мы откроем браузер. Ага, вот сразу пошли пакеты, которые мы захватываем и просматриваем. Ну, вот таким вот образом мы установили наш драйвер. Установили. Установить и выйти без сохранения. Значит, насколько я понимаю, при установке с помощью Калати у нас драйвер не только устанавливается, но и подгружается в в режиме администратора. То есть он после этого работает под администратором. Так.